Здравствуйте, меня зовут Милания, я участница проекта Golden Time. Представляю свою работу Kiss of Death, стиль сюрреализм. Пишу порядка 6 лет с большими перерывами, но в этих перерывах, когда я пишу, чувствую себя настоящей, такой, какая я есть. Риск оправдан всегда. Риск – это развитие, новый жизненный опыт. Даст ли этот опыт плоды, зависит только от нас самих. Когда я рисую, это стопроцентное погружение, знакомство с каждой трещинкой, которую неизменно пропускаешь сквозь себя, изучаешь и будто начинаешь понимать еще глубже. Идеальное признание в любви.